50-й год до нашей эры. Галлия полностью захвачена римлянами. Полностью? Не совсем. Одна маленькая деревушка несгибаемых галлов все еще не покорилась захватчикам. И раз сегодня такой славный день, давайте заглянем в нее. Вот вождь жизни Статистикс, но без своих привычных подтяжек. Какофоникс, бард, сочиняет балладу наподобие тех, что в детстве напевала ему мама. И Панорамикс, друид, кормит своих голубей. Просто замечательный денек. Безоблачное небо никак не предвещает надвигающихся из-за горизонта ужасных событий, несчастий и испытаний, которые снова ждут наших друзей Астерикса и Обеликса, двух самых доблестных воинов деревни. Но где же наши герои? Гарум лупус. А этот язык нам не нужен. Нет, нужен, Обеликс. Гарум — это приправа, а лупус — это имя производителя. Верно. Давай вернемся в деревню и узнаем, как дела у Панорамикса. Наш друид стал ходить гораздо ровнее после того, как перестал падать с деревьев. И после того, как на него перестали падать менгиры. Верно, Беликс? Ой!
Thank you.